Всем привет! Это опять ваш паря с очередной реакцией. И сегодня у нас... Димаш Кудайберген. Я вызубрил его имя, так что не надо мне здесь ля-ля-ля тополя. Кудайберген. И сегодня у нас песня «Незабываемый день». Здесь еще написано «Бастау 2017». Так... Сколько же лет прошло? 5 лет назад. Ну чё, без лишних слов, давайте сразу перейдем к делу. Димаш, Unforgettable Day. Походу, эта песня на английском. Наверное. Где же эта кнопка play? Ехала. Сцена у него всегда. Это любовная песенка. Круто. И здесь чудесные слова. Ну вот эти слова. Как раз для этого самого. Ну вы поняли. Я молчу. Чё там мутят эти чуваки? Я хочу немного объяснить вам, как она есть. Я люблю музыку и разбираюсь в хорошей музыке. И могу оценить ее по достоинству. Но я не один из этих. В общем, это не такая реакция, где я вам говорю, что он берет такую-то ноту. Что он поет на такой-то октаве. Что он переходит сюда, переходит туда. Нет. Я так не умею. Зато я могу кайфануть от музыки. И подметить определенные моменты в видео. Это же видео. Поэтому я стараюсь прокомментировать все, что найду интересненького. И у меня вопрос. Кто эта девушка? Стоямба. Они что, толкают эти штуки? Это часть представления? Или им нужно было передвинуть эти штуки, и они делают это прямо сейчас? Очуметь, не встать. Они реально толкают это. Я вот что скажу. Я слушал много певцов. Много разных певцов. Разных. Как они выступали на сцене. И почти все из них не звучат так же хорошо на сцене, как на записи. И когда ты слышишь, как они поют вживую, ты такой, ну ладно. И быстрее включаешь ту запись. Но здесь другое. Этот человек делает разницу. Я никогда не слышал его записи. Что ни включи, он поет вживую. Он всегда на сцене. Будь это концерт или какое-то шоу. И когда слушаешь его вживую, это все равно, что включить уже готовую запись. Если бы я не видел все эти выступления,
И все, что он творит на сцене, а он же там бывает, прыгает и скачет. Я бы подумал, да, это круто, но скорее всего это фанера. Но он до того хорош. Я слышу его настоящий голос и понимаю, что он поет здесь и сейчас. Понимаете? Здесь он моложе. Знаете, до того, как я это включу, я просто хочу сказать. Блин, я, кажется, прервал его на этой фразе. Извянки, я не хотел. Я вот что хочу сказать. Это звучит как такая спокойненькая песенка. Но я бы не доверял этому парнише. Я уверен, что он, как всегда, сделает что-то сумасшедшее. Что за шайтан труба? Слушайте, я все понимаю. Сейчас жизнь тяжелая пошла, и надо как-то прокормить себя. Но эти чуваки настоящие пахари. Они прям пашут все эти 5 минут и двигают эти телеги. Думаю, их не кинут на бабки. Надеюсь, им забашляют за это. Это самое главное. Куда она делась? Чувак, открой глаза. Кажется, твоя девушка свалила. Таким голосом точно можно кого-нибудь прибить. Рад, что это не я. Он такой. Я пою. Она такая: «Любимый, держи меня». А он такой: «Мне надо допеть». А она: «Любимый». И все, в лепешку. Да все, ее уже нет. Хорошая была девка. Ох уж эти словечки. Я сейчас включу вам. Он поет: «Моя дорогая, ты та, кем я дорожу, о ком скучаю и забочусь. Чувак, ты же отправил ее к праотцам. Она же хотела, чтобы ты удержал ее. А ты просто снес ее своим голосом». И потом он говорит: «Ты та, кем я дорожу и о ком забочусь.
Вот это Кори. Я не знаю, как там принято на твоей планете, с которой ты прилетел. Но на нашей планете такое с девушками не прокатит. Нужно отвечать за свои слова. Этот парень просто огонь. Но что еще мы можем сказать о нем и о его голосе? Что мы можем еще сказать о его пении? Да абсолютно ничего. Все, что нам остается делать, это... Как-то так. И лично для меня это было очень весело. Незабываемый день. Такое точно хрен забудешь. Она пришла к тебе, а ты ее замочил. А потом ты говоришь, что она значит все для тебя. Не знаю, не знаю. Он даже не посмотрел на нее, не проверил, как она там. Нормально упала или как? Такой день захочешь, не забудешь. Хотя он, наверное, хочет это забыть. В общем, это была красивая песня. Я просто уже не знаю, что сказать о его голосе. О том, как он все это передает, и о том, какой он талантливый. Короче, всем мира.